Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 ноября. Память святых апостолов Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ераста и Куарта. Эти святые принадлежали к лику 70 апостолов Христовых. Из них Олимп или Олимпан, о котором вспоминает апостол Павел в послании к римлянам 16:15. Последовал за апостолом Петром в Рим. И там, по повелению римского императора Нерона, был усечен мечом в тот же день, в который распят святой апостол Петр. Точно так же и апостол Родион или Иродион, бывший сродником святому первоверховному апостолу Павлу и проповедовавший Слово Божие в Патрах, где был епископом, путешествовал апостолу Петру в Рим и в день распятия его был обезглавлен. Блаженная кончина апостолов Олимпа и Родиона последовала в 67 году. Святой апостол Сосипатр был родом из Ахаии, а также приходился сродником апостолу Павлу, о чем упоминает сам апостол Павел в послании к римлянам 16:21. Вместе со святым апостолом Иасоном он был учеником апостола Павла и предпринимал апостольские путешествия. Потом был епископом Иконийской церкви и в маститой старости скончался в мире. В первом веке на острове Корфу, где он вместе с апостолом Иосоном проповедовал христианство. Подобным образом в мире отошел ко Господу святой апостол Ераст, о коем также упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам 16:23. Святой апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской церкви, а потом епископом в Паниаде, это город на севере Палестины. Святой апостол Куарт или Кварт, упоминаемый святым апостолом Павлом, 16:23 римлянам, много пострадал за свое благочестие, обратил много греков к вере во Христа и мирно скончался в сане епископа города Берита. Берит — это нынешний Бейрут, древний город Финикии. Ныне все эти святые апостолы предстоят перед престолом Божиим в вечном веселье и приемля от Бога воздаяние за многочисленные свои подвиги и труды. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.